Возвращаясь назад из редкого, из приоритета, так сказать. Для многих, кто верит, Бог не всерьез, в их церквях звонит телефон. Им нравится верить в значение слез после свадеб и похорон. Мне писали с востока и с семеро, с юга, позабыв указать адреса. Но письма вслепую ходили по кругу всегда, возвращаясь назад. Письма шли с бесконечным количеством строк, каждый был на цитаты богат. И в этой толпе я был одинок, пока ты не вернулась назад. Здесь многие любят носить ордена, но я знаю лишь двух достойных наград. Но они не нашли свои имена в списках людей, кто вернулся назад. Так прошли 300 лет и 32 солнца. Я писал уже наугад, с надеждой, что все же кто-то вернется, однажды вернется назад.